Чи знали ви, що в нашому місті існує дитяча технічна студія, де юні слободицькі техніки мають змогу власними руками створювати нові сучасні яскраві іграшки з конструктору Лего, а потім пишуть спеціальні програми, завдяки чому їх іграшки оживають. Правда ж цікаво? Саме тому ми вирішили завітати до них в гості та поспілкуватися з керівниками студії. Нашей студии скоро, в начале весны, исполняется 2 года. То есть не так давно мы и работаем. Открылись мы, наверное, стимулом были все-таки свои дети, для которых хотелось какое-то техническое направление, чтобы в городе было, заниматься с мальчишками именно программированием. Поэтому нам интересен был такой опыт, и мы решили вот организоваться вместе с мужем. Опять же, увлечение лего-конструкторами, потому что наше обучение построено в основном на лего-конструировании. Самые младшие – это 6 лет детки, и самые старшие есть у нас 10-классники даже. Но это уже от интереса зависит. Если это ребенку, подростку интересно заниматься с конструктором, программировать, то дети задерживаются и есть, которые с самого начала, с открытия с нами работают. Ну, а есть детки, которые проходят какой-то этап, становится, может, неинтересно и уходят. Но в целом малышам очень нравится. Малыши в восторге от того, что их лего-конструкция ожила, что она может издавать звуки, передвигаться. Конечно, детям это очень нравится. Ну и плюс, конечно же, они получают знания базовые, потому что мы говорим и о механике, о том, как сконструирована данная модель. И детки, когда это сделали своими руками, конечно же, и сделали это с удовольствием, когда испытали радостные эмоции во время занятия, то, конечно же, это запоминается, остается в памяти, и, я думаю, в дальнейшем будет не бесполезно. Досить цікавим цей гурток буде не лише для хлопців, а й для дівчат. Я займаюсь, ну, зовсім недавно, і мені, ну, дуже подобалось тут. Мне больше всего тут нравится именно с лего собирать. Но программировать с самого начала посложнее было, но понравилось. А насколько увлекательный этот процесс, когда вот ты собираешь игрушку, а потом она оживает? Ну, это как бы ты собрал своего ребенка, ну, мы так называем его. Ну, ты как бы, ну, ты собрал робота, и, ну, потом пишешь ему программу. Иногда не получается, или, ну, случается глюк какой-то, ну, в системе, либо, ну, глюк в датчике каком-то. Ну, почти так же у меня, только это как будто какого-то, ну, существа как будто воспитывать. Ну, даже вот глюк случается, но легче же будет все-таки исправить его. А иногда этот глюк очень сильно большой, приходится какого-то другого собирать. Сложно. Самое легкое – это собрать, конечно, робота. Ты можешь проявить свою фантазию, как угодно его собрать. У нас есть инструкция, может быть, инструкция собрать, ну, спидбот, раллибот. Ну, чтобы быстрее собрать и приступить. Ну, самое трудное – это программа. Если там ошибся на 1 градус или что-то, ну, тогда не получится, или будет хуже, чем у других. На свій досить короткий вік студія має чим похизуватися. Зокрема, 3-м місцем на всеукраїнських змаганнях з робототехніки. Слід зауважити, що керівники студії досить творчі та амбітні і прагнуть до чогось нового. Відтак, в період зимових канікул вирішили створити мовний табір, до якого запрошують усіх юних славутичан. Заняття у нас будуть проходити з 8 по 12 января, якраз 2-я неділька канікул, коли вже відгуляємо всі праздники. Будут проходить у нас несколько кабинетов нашей студии, вот именно на территории детско-технической студии. Как попасть? Есть на страничке в Фейсбуке в детско-технической студии есть ссылочка на регистрационную форму. Можно зарегистрироваться, либо позвонить по телефону, который там же указан, и пообщаться со мной. В этом году немножко необычный, нестандартный зимний лагерь, потому что мы его делаем не самостоятельно, мы делаем это совместно с Освитним экспериментом. Освитный эксперимент – это такое вот сообщество людей, которые пытаются менять систему образования, делают это нестандартно, интересно и современно. Мы присоединились к этому сообществу где-то 1,5 года назад, и
очень много креативных идей почерпнули, общаясь с этими талантливыми и необычными людьми. И, конечно же, появились знакомства. И таким образом родилась идея совместного кемпа. Приезжают из разных городов именно преподаватели, которые делают нестандартно свои уроки, в частности английский, да, так как мы решили сконцентрироваться на английском, ну и совместить это с робототехникой, потому что это тоже детям интересно, и не все дети могут позволить себе во время учебного года отвлекаться на эти занятия, потому что и музыкальные школы, это тоже важно и интересно, и у каждого свои интересы, но отвлечься и попробовать что-то новенькое можно как раз-таки во время каникул. В лагере три возрастных категории. Это младшие детки 6-7 лет, средняя возрастная категория 8-10 и старшая подростковая это 11-14 лет. И у них разные преподаватели. С малышами интересная методика изучение языка при помощи действий. То есть они что-то будут вышивать, вязать, варить кашу, трогать горячие, холодные кружки. И все это говорить, как звучит на английском. То есть проживать этот опыт и пропускать язык через действия, через обычную нашу повседневную жизнь. Для старших ребят мы подключаем уже науку, и преподаватель будет посредством проведения экспериментов научных, химических, тоже углубляться в английский язык. И да, все будет на английском языке, но уровень владения языка, как заявляют ведущие, не важен. То есть да, могут прийти ребята, которые слабые, там, или нулевой уровень английского, и те, которые уже знают, то есть они все равно это будут делать таким образом, что всем будет интересно, всем будет комфортно. Отож, дорогі батьки, тепер ви маєте чудову нагоду урізноманітнити дозвілля ваших дітей і допомогти їм використати зимові канікули з користю.